Здравствуйте, друзья! Это Анапа, сегодня 14 июля 2023 года. Это речка Анапка, здесь она как бы заканчивается и не впадает в Черное море. Но это так, для привязки к местности, потому что когда к нам приезжают гости отдыхать, вот на Крестьянскую 26 и Шевченко 288 корпус 3, я им говорю, что вот ваш пляж. Этот пляж в районе реки Анапки, и сегодня здесь чистое море, в общем-то, хорошее, люди купаются. Здесь поменьше людей, чем на центральном пляже. И если пройти туда вот подальше берегом моря, вот за вот этот вот Гранд-отель, и туда дальше, то там есть вообще прекрасные места. Вот я сегодня там был, это пляж Премьера, ну, в районе Премьеры, буквально, ну, 5 минут ходьбы, наверное. И там просто замечательные места есть, тоже чистое море, и растут кустарники и деревья, в тени которых можно расположиться. Поэтому вот есть такие места интересные. Я, может быть, в следующий раз, когда поеду, как раз там расположусь. Очень уютное. И рекомендую, конечно, я ездить именно вот в это место. А квартира у нас на Шевченко 288 корпус 3 свободна. Так что приезжайте, пишите мне в комментариях, спишемся и... договоримся. Пока-пока. Это были шорты Альбатроса. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.